Казанская поляна – это святой уголок нашей Руси. И счастье для художника, и чудо, что я там оказался и живу вот уже 40 лет своей жизни. И в Ясной Поляне началась моя творческая жизнь. Ну, Ясная Поляна для каждого человека дорога уже тем, что здесь родился Толстой, здесь прах его. И когда я, мне повезло оказаться именно в этом месте, то я задумал, чем же оправдать вот это вот такое интересное явление в моей жизни, как я должен себя проявить, и что в первую очередь мне надо показать в своем творчестве. Я сразу в своих творческих планах наметил создать образ Льва Николаевича Толстого. И сколько я там живу, день и ночь, я постоянно думал об этом. И если я написал свой единственный портрет Льва Николаевича Толстого, на котором я работал 10 лет, это большое полотно, огромное полотно, то до этого я создал массу рисунков, набросков. У меня был Толстой на лошади, Толстой на прогулке, Толстой в своем рабочем кабинете. И другие работы, они были как бы подготовкой к этой большой работе. И когда на выставке он появился, этот портрет, то люди приняли меня Толстого. И для меня это счастье. Для меня это счастье. Всегда стремился к вечному. То есть то, что как есть природа, так я хотел бы передать. И вот самое, что меня всегда привлекало, это люди, это образы простых людей, тружеников, на ком держится вся наша жизнь.
говорите, так надо быть человеком. А в наше время очень трудно быть человеком. Так сложно. Надо быть прежде всего честным перед самим собой. Надо совесть иметь и жить по совести. Вы как художник, вы реализовали свой творческий потенциал? Я думаю, что я еще ничего не сделал. Потому что у меня раскрылись такие силы духовные, что я сам удивляюсь, как я мог все это одолеть, то, что свалилось на мою жизнь. Мне надо сделать больше, мне надо сделать хотя бы одну работу и выложиться в ней до конца. Считаю, что образ сестрички Кати чуть-чуть приблизился к тому, о чем я мечтал. А вот сколько выставок у вас было ваших картин? И планируете ли вы в будущем в своей выставке? Вот этот вопрос самый больной у меня, самый больной, потому что первая моя персональная выставка в Туле состоялась и работала, когда мне было 62 года. В Союз меня приняли так поздно, так я долго ждал этого. В Союз художников я вступил в 75 году, это было мне уже 50 лет. Вот так трудно мне было. И сейчас, знаете, я, когда узнал, что мне надо самому идти в народ, самому открывать везде выставки, я их открывал в воинской части, я их открывал в школах, я их открывал в городах своей области, я ехал в Крым, но не знаю, как, кто мне помогал, я сам шел к людям, и мои персональные выставки, хоть маленькие, небольшие, я их устраивал. Обязательно надо мне сделать выставку, как итог всей своей жизни, мне уже впереди 70 лет. Вот тут я собираюсь показать еще, хотя бы последний, а кто знает, если Бог пошлет, я еще буду показывать, потому что сейчас надо возрождать Русь, возрождать Россию. Сейчас надо доброе сеять, разумное. И как раз красота и творчество, и художников, и артистов, и писателей поможет. Какие бы слова сказали тем людям, которые в силу каких-то обстоятельств попали в сложную ситуацию, стали инвалидами, где та ниточка, за которую мог бы зацепиться этот человек и подняться в своей жизни? Я бы хотел сказать, что пусть те люди, а их сейчас у нас очень много, обратят внимание на мою судьбу,
как мне было нелегко, как мне было тяжело, и посмотрели, что я простой, обыкновенный, деревенский пацан, 12 лет оказавшись прикованным к постели, и задумался, как мне дальше жить, смог все это преодолеть, смог сделать в своей жизни невозможное. Представьте себе, человек был на фронте, художник, и обе руки он там потерял. Когда он приходит с фронта и думает, как же дальше жить, он ищет пути, он не сдается такой страшной своей беде, берет кисть в зубы и пишет картины. Ибо слепая балерина, ослепшая в результате болезни, становится скульптором, ведь это же чудо. То есть любому человеку, какой бы он ни был, он должен знать, что он обладает огромным скрытым резервом своих возможностей. Физические возможности ограничены, а духовные возможности, они безграничны. Но надо разбудить душу, я уже говорил, надо разбудить волю, надо заставить покопаться, на что же ты способен, человек. И, конечно же, беда, она отступает перед горением человеческого духа. Слабых беда не щадит. Нет. Слабые они погибают. А поэтому всем своим братьям и сестрам по духу я хочу сказать, боритесь и выживайте. Если я выжил, и мой опыт преодоления и выживания уже 50 лет, то есть полстолетия, так вот вам пример, как надо преодолевать свои все трудности, все преграды. И я думаю, что мой пример послужит ниточкой даже любому, кто отчаялся. Все, что я сделал для людей, это есть результат преодоления. Он должен разбудить свою душу. Талант всем талантами, вы понимаете. И вот тот, кто не сдается, и тот, кто отчаивается, тот, кто борется со своей бедой, тому ударится обязательно. Это уже наверняка. Я вот так. Но как, на ваш взгляд, возможно ли возрождение России без возрождения духа человека? Ведь свет человеческий не от тела, а именно от души. Значит, если мы будем душу свою поднимать, а Толстой нам сказал, старайтесь дать уму как можно больше пищи. Вы понимаете, что такое ум и пища? Пищу уму дать. Ведь у нас желудок, а еще ум есть. И вот если мы забудем, а будем только помнить о желудке, мы ничего вообще не сделаем. Я считаю, что душа – это впереди. И вот это сейчас надо нам поднимать нашу душу, чтобы мы поднялись во весь рост, и, как говорится, чтобы Россия стала надой. Что вы счастливый человек. Скажите, пожалуйста, вот что в вашем понимании счастье и счастливы ли вы? Ну как же я не счастливый человек? Я добился того в своей жизни, о чем даже и не мечтал. Ну разве я думал, что я стану членом Союза художников России? Никогда я об этом не думал, потому что у меня диплом всего-навсего преподаватель чеченей рисования. Но я с этим
когда я почувствовал, что у меня есть искра Божия, когда я встретился с своим знаменитым земляком, Крыловым Порфирием Никитичем, он сказал, ты будешь художником. Вот тут я воскрес, и тут я начал работать, и тут я все пираты ломал, а судьба меня тоже ломала, а я все равно боролся. Вот это и есть счастье, преодолеть себя, одержать самую трудную победу. Это победа над собой, над своей немощью. Вот что такое счастье для меня. И вы смотрите, врачи говорили, у меня не будет семьи, у меня не будет проносы тяжелые были, у меня не будет любви. Это ж самое ужасное, зачем тогда жить? Смотрите, у меня есть дочь, у меня есть жена, Бог послал мне все, что я не имею, а я это... Вроде бы не должен иметь, по прогнозам. И все-таки я все это, 67 лет своей жизни я не прожил, я их завоевал. О, в чем моя счастье? Я завоевал 67 лет своей жизни, и сейчас у меня, я приближаюсь к долголетию, я еще хочу жить. И я думаю, что это будет. Вы увидите мои глаза, увидите вот мое все это состояние. Идет только это притвориться тут никак нельзя. Это даже счастье. Это счастье, вот смотрите мой труд, вот я с вами такой, не сидеть нельзя, лежать нельзя, не стоит, не сидеть работать нельзя. А вы видели, как я работаю? Бог один только знает, как я работаю. Вот в этом счастье. Вот инвалиды, обреченные, смотрите и берите пример. Берите, я вам даю свою жизнь, я даю вам свой труд. Есть свой опыт преодоления полувековой.